Это ну, вот... стену покрасили, она еще темнее вот этого цвета получилась. А вот она, знаешь, вот такая, наверное. Даже, наверное, подожди. Только поярче. Ирик, подожди. А если вот, смотри, а если это вот взять? Ну, типа такой вот. Я вот. Не знаю, можно было вот эту вот взять. Она же недорогая. Ну, 135 лет одна. Она и к, это, к цвету бы подошла. С... Но. Что вверх покрашен. И так она смотрит. Ну, видишь, она узкая. А там как-то скомбинировать не надо будет? Нет? Ну, стоит ли брать одну вот по этой цене? Ну, например, такую, чтобы не сильно темно было. Тут 420. Так, это же, а... А что говорит? Бык говорит, вот такую, да? Ну, он так... дурак, что ли? Нет, нет. Ну, там цвет темно-синий и коричневый снизу. Да, знаешь, что, не знаю. Ну что, уважаемые железобетонеры, вы убедились, какую плитку будете покупать? А? Вы еще не сориентировались, да? А вот такой еще не канает. Тоже красивая. Ну давайте, ребята, разберитесь. Они сами пока еще определиться не могут. Заткнись, говорю, не лезь, уйди отсюда. Так, по 168 же там, да? 840 рублей. Как-то. Вот это вот вообще... Классный магазин, уважаемые люди, джентльмены. Здесь широчайший ассортимент. Чего тут только нет. Тут все есть. Кроме хлебной карточки. Видите? Тут все чики-мони. Да-да-да. Смотрите только, какая кафельная плитка, вообще красиво. А, ну вот, вот это у нас, видишь? Вот. Угу. У нас светит. А я что говорила, вверх есть, да? А низа нет, да? Что я вам сказала? Что у нас делать? Квадратов. Да я не знаю, что тут. Вот это, что, репортаж, что ли? Да. Нам что-то вот такое надо посмотреть. А вверх почему? В смысле вверх? Ее только наверх клеить? Ну это... почему? Просто когда комбинируют, можно вот это наверх, это на низ приклеить. А, нет, ну нам снизу, допустим, вот это 60 высота будет. Всего. Ну вам надо темно. Нет, нам посветлее надо. Так, по голубенький что есть? У нас есть просто по краю. Смотрите, они выбрали. Сейчас мы плиточку да прикупим. Все будет на должном уровне. Все будет на мази. Здесь у нас дверь получается. Что-то у вас прям одни режиссеры пропали. Да. Здесь. Известные, потому что будет. Да, я в курсе. Поэтому он снимает. Давай, просто надо. Это вы что, метр 90. Не это знаю высота? Пока еще. Нет, там это там ширина. Резать. Монтировать будет? Метр 90. Полтора вот это. Че, в клипах-то больше? Не снимай.
сильно будет плотно? Чё? Стой. Ты по этой стене делай пока. Вот снизу. Подожди, я сейчас уберу здесь. Убирай, убирай. Вынешь, чтобы не мешало себе никуда. Протягивать снизу будем, клеить снизу. Вообще, пацаны, все практично, супер эротично и гигиенично. Кто бы говорил, блядь, обычай. Вообще, ты как это, ты как меломан в наушниках, короче. Это чтоб не слышать, чтоб долбили кто. Чтобы не слышать, кто долбили, да? Да. А как будто бы никто не знает, что до монгол Иванович долбил. Да ты что говоришь? Да. Потом Руслан будет там. Соки выжмет с него. Молоточки покупай. Будет как избитый лимон. Факты, и не того. Вы видели, как он счастливый вообще? Счастливый, да? Пока. Ну, это пока. Вообще. Время пока. Иринка, а ты помнишь, мы были Гетельмана? Там Гетельман целовался с девчонкой, помнишь? Ну, а еще? И что ты о ней думаешь? Да что думаю, не знаю. Я ее что один раз-то видела. Сейчас нацелует его, да, может, смотается.
Где, блядь, уровень был? Ты ее прикрепи изначально. Высохло. Я же дубчик сюда ставил. Шестнадцать сантиметров убирай. 16 сантиметров. Дай-ка, Олег, еще плитку. Не-не, нормально. Давай, давай. Здесь слов больше будет все равно. Подержи эту плитку. Ну, иди сюда. Иду сюда. Ёб твою мать, сейчас сломает все. Ставь сюда. Куда ты ее? Вертикально ставь. Вот он, шов будет, как раз крестик встанет. И туда она выйдет нормально. А ты не можешь слив делать? Какой слив? Здесь такой тебе слив должен быть. Да, какой? Нахуй он тебе здесь-то обосрался, вон там плитка будет наклеена уже. Ты видишь, она стоит специально углом. Все, убирай. Тебе здесь-то обосрался, вон там плитка будет наклеена уже. Ты видишь, она стоит специально углом. Все, убирай. Смотри.